Превосходная музыка, по-моему. Вы согласитесь, я думаю. Абсолютно. Лид, спасибо огромное. И последняя тема перед нашим перерывом. Это тема об идеологии, которая получает приоритет перед жизнью. Вообще тема довольно интересная и не слишком часто поднимаемая. В самом деле, что делать, когда и если реальность вступает в диссонанс с идеологией, с какими-то убеждениями? Этот вопрос был особенно больным у евреев, в еврейской политической среде. Начать хотя бы с народовольцев, да, вот самое начало такого активного политического революционного движения в России. Народовольцы издавали антисемитские листовки, призывающие к погрому, прямо призывающие к погрому. Не то, что жид плох, а крестьянин, твои враги, помещик, урядник и жид. Вот так это формулировалось. Вот как Хмельницкий вешал трех существ, да, на дереве ксенза еврея и собаку. Вот так же и тут было тоже три врага, и среди них жид. Как поступать было еврею, который примкнул к народной воле, к движению народной воли? По большей части они принимали это очень даже понятно. Они считали, что это тактическая уступка, что нужно сначала освободить большой народ, а потом уже паровозиком пойдет и свобода для малых народов, в том числе и для евреев. С появлением сионизма проблема эта и вовсе встала ребром. Что делать, когда ты израильский еврей, сионист, а при этом еще и коммунист? Коммунистическая партия Израиля, она подчинялась Коминтерну. Коминтерн давал указания способствовать арабскому освободительному движению. И они способствовали арабскому освободительному движению, то есть они выбирали не сионизм, не соплеменников, а убеждения. Часть сионистов из рабочего батальона Гдуда Авода, крайне левой ветви социалистического сионизма, и вовсе вернулись в СССР во главе с Менахемом Элькиндом, где были благополучно поставлены к стенке десятилетием позже. А вот Бен-Гурион, который в начале 20-х годов искренне восхищался Лениным. В его дневнике есть такие хвалебные абзацы, посвященные Ленину, что просто диву даешься. Даже Горький такого не писал. Вот Бен-Гурион к концу 20-х годов разочаровался в этом всем деле и выбрал сионизм. Но ясно одно, что усидеть на двух стульях практически было невозможно. Другой кризис такого же рода разразился уже после войны, когда Сталин расстрелял еврейский антифашистский комитет, когда он начал кампанию против космополитов и устроил серию показательных процессов в странах Восточной Европы. Известный процесс над Рудольфом Сланским, председателем Коммунистической партии Чехословакии. Там 11 человек были повешены, из них большинство евреи, я не помню, сколько из 11, по-моему, то ли 9, то ли 8. Заодно прихватили и нескольких израильских граждан, которые как раз приехали в Чехословакию, очевидно, закупать очередную партию оружия. Вот они были членами МАПАМ, их не повесили, но вышли они на свободу где-то уже после смерти Сталина,
и остались, в общем-то, верны своим коммунистическим идеалам. Спрашивается, как израильтяне должны были реагировать на все эти вещи, а затем и на разоблачения, сделанные Хрущевым. Нужно ли по-прежнему поддерживать Сталина и сталинизм, или сохранять верность сионизму? Снова на двух стульях было невозможно усидеть. Смущение действительно было немалое. Если мы вернемся к реальности оккупированной Варшавы, то там происходило примерно то же самое. Понятно, что бейтаровцев никуда не принимали. Они были совершенно подвергнуты остракизму полнейшему. То есть думать о том, чтобы пригласить их на какое-то совместное заседание, где еще будут сидеть люди из Бунда, из Хашомера Цаир, из Пуалейца Йон Левица, из коммунистической партии. Это вообще было невозможно об этом даже подумать. Но если оставить даже в стороне бейтаровцев, а говорить об объединении всех остальных политических групп, что мешало им объединиться? По сути, они так и не объединились. Где-то под конец только молодежь решила, что раз уж взрослые лидеры не в состоянии принять решение об объединении, то они создадут сами какие-то объединенные отряды, вот этот Эйаль под командованием Мордехая Анилевича. Они действительно создали эти отряды, но они были созданы по чисто партийному признаку. То есть вот это отряд Бунда, вот это отряд коммунистов, вот это отряд Хашомера Цаир, вот это отряд РО и так далее. И командиры, соответственно, были тоже партийными. То есть понятно, что ни о каком единоначалии речи не шло. Это помимо того, что они не умели воевать, и у них практически не было оружия. Но почему же не объединялись взрослые? А вот почему. Коммунисты говорили, что они не в состоянии принять решение без согласия Москвы. Вот когда Москва даст добро, тогда они присоединятся. Бунтовцы говорили, что они часть общего социалистического движения Европы, социнтерна. И поэтому они должны сначала провести переговоры с польскими товарищами, социалистами, а уже потом, учитывая мнение этих польских товарищей, уже потом, значит, они решат, можно объединяться или нет. Другие партии почему-то были уверены, что бунтовцы смогут договориться с внешними социалистами, с арийцами, поляками. И они думали, что это придаст гораздо больше авторитет восстанию, ну и к тому же, конечно, и откроет доступ к оружию. И поэтому они долго ждали, когда, наконец, бунтовцы договорятся с поляками и социалистами. Они так и не договорились в итоге. Даже когда уже даже детям было ясно, к чему все идет, даже когда у гетто осталось всего примерно 10-15% населения, остальные уже были вывезены в Треблинку и там похоронены в ямах с негашенной известью, даже тогда было совершенно ясно, к чему идет дело, и вот даже тогда левые, по сути, блокировали объединение из чисто идеологических соображений. Это нужно только представить себе. То есть они ведь тоже находились там, гетто. Они не только из чувства какой-то ответственности за других. Это было еще и чувство ответственности за самих себя, за свою семью. У многих были там семьи.
Тем не менее, идеология взяла верх над всеми другими соображениями, над естественными соображениями жизни. Это чрезвычайно показательный момент, как мне кажется. Иногда приходится по разным поводам слышать наивные вопросы типа такого: «Ну не может же быть, чтобы левые желали обрушения страны, страны, где они сами живут, где ходят в школу их дети. Не может же такого быть? Не может быть, чтобы они помогали нашим злейшим врагам, чтобы они оправдывали террористов, защищали фашистов? Зачем, если это повредит и им самим?» Может быть. Еще как может быть. И бывает, и бывало, и будет еще. Человек левых убеждений, поставленный перед весами, где на одной чаше лежит его идеология, а на другой все, что угодно, включая страну, людей, семью, его самого, как правило, выбирает идеологию. Как правило, выбирает идеологию. Вы скажете, что это ненормально, да? Абсолютно согласен. Но левые убеждения и являются ненормальными. Левый значит подлый. Нормальный человек выбирает жизнь. Левак выбирает свой кровавый идеал. Так было, есть, будет, пока человечество не излечится от этого отвратительного, рехливого и убийственного вируса. Thank you.